Всем привет, вы на канале Steven Games, и так как мне нечего делать, я решил записать игру YouTubers Live. Что ж, давайте посмотрим, что из этого получится. Возможно, многим понравится мое прохождение, и мы продолжим это делать, и чтобы вышла новая серия. Например, давайте наберем 2000 лайков под этим роликом. Я думаю, вам не сложно, и, конечно же, я запишу еще одну серию. Надеюсь, она вам понравится, честно. Настройки. Посмотрим сейчас. Игра вроде бы как все хорошо. Я поставил музыку довольно тихой. Графика, разрешение 2560 на 1600. У меня даже разрешения экрана такого нету. Ну, мое максимальное разрешение экрана 1900 на 1080. 1920 на 1080. Ну и качество видео высокое. В общем-то, вроде все как хорошо. Вроде работает все неплохо. И начнем. Я сделал это. Я самый популярный ютубер. Я возглавил свою собственную компанию. Это был длинный и тяжелый путь. Это моя история. Что ж, загружаемся. Так, сейчас по-быстрому создаем персонажа. Каратист, глаза синие, улыбка вообще пофигу, борода как у меня будет. Так, шапку не надеваем, футболку берем зеленую, штаны надеваем. Какие штаны? Треники 100%, что же еще надеть? Красачи зеленые, нет, зеленые, голубые тоже не надену, пускай будут белые. И очки вот такие вот стильные. Будешь ботаном у нас, хотя нет, не совсем ботан. Ну и здесь, по сути, суперзвезда, это заезжено как-то, загружено, тоже заезжено, как бы из-за денег записывать ролики. Мы же это нормальные люди, будем общительными, да, общительными. Популярности как таковой не добьешься, записывая ролики, как я полагаю, поэтому это тоже не для нас. Гений, ну, мой персонаж точно не гений, поэтому пропускаем. И он также не романтик. Что ж, переходим дальше. Игра. Нажимаем далее. Что ж, введите ваше имя. Ну, давайте введем мое сценическое, скажем так, имя. Так, а название канала напишем. Мое самое первое название канала, когда я только начинал вообще заниматься ютубом. Да, я назвал свой канал Watcher. Не знаю зачем, но это сокращение моего имени и моей фамилии. В этой комнате я начал записывать свои первые видео. Только переехал сюда с мамой, у меня не было друзей. Давайте посмотрим, что я усвоил первым делом перед тем, как стать номер один среди ютуберов. Ага, вращайте камеру. Давайте повращаем. Так, а это двигаться персонажем? Окей. Так а что сделать? А, все понятно, понятно, все отлично. Так, первый туториал мы прошли. Хотя зачем нам туториалы проходить? Все, скипаем. Я думаю, многие видели уже ролики у других ютуберов, поэтому, по сути, я не первый. В общем-то, давайте посмотрим, выиграть игру, блин. Империя Planet. Империя Age была такая игрушка, вторая часть. Играл я в нее в 2002 году. Какому игру, блин? Причем здесь игра? Именно году. И тогда это было довольно весело. Это была интересная стратежка. Я думаю, отсылка именно к ней. Imperial Planet 2. Нет, конечно, напишем начало. Я часто называю свои ролики начало. Блин, отлично, я назвал начало. Ну, капслок, все дела. Проблема. Хорошо, что здесь еще Т9 нету. Тогда бы было очень-очень печально все. Что ж, смотрим. Вашу базу уничтожили во время атаки на противника. Телефон. Хватит здесь жужжать. Так, счастливое выражение чувств. Крик победы. Вашу базу уничтожена, я должен веселый комментарий добавить? Ну, давайте. Блин, не угадал. Главное меню. Да, хорошо. Отличный ролик получится. Добавляем обложку. Я люблю добавлять обложки, я думаю, вы это знаете. Ну и, конечно, мягкий фокус. Чего? Я даже не знаю, зачем это делать в игровом ролике. Мягкий фокус. Игровой ролик. Но хорошо, пусть будет. Монтаж на нуле. Но в целом-то, когда я начинал, у меня монтаж был еще на том нуле. Даже, можно сказать, минус 100 был бы. Публичная. Там мне его еще предлагали удалить. Нет, конечно, я спать пойду.
Кстати, мне тут в школу надо ходить, но я думаю, что это занятие не для нас, поэтому я буду просто спать и ждать того момента, пока загрузится мой ролик. Приблизительно раньше у меня такой интернет и был, и ролики грузились по 3-4 часа, по-моему. Да, это еще тот проводной интернет, когда даже не то чтобы проводной, сейчас у меня тоже, по сути, проводной интернет, но в целом, когда еще с помощью телефона все это подрубалось, это было очень дико. Что ж, давайте смотрим. 4 цента заработано, все, я гений. Так, давайте еще раз по этой же игре запишем. Я деньги пока что тратить не хочу. Так, геймплей. Я люблю по одной игре записывать по 200 роликов. Это интересно. Низкое разрешение, минус 2. А если просто убрать разрешение, то что тогда будет? А, тогда нельзя просто ролик сделать, окей. Что ж, понятно. Схема понятная. Геймплей. Начало, теперь продолжение. Замечательные названия роликов. Имбрайт 2. Продолжение. Ну, хорошо, пусть будет так. Дальше. Так, надели наушники. Ну, это главное. Это главное. Надевать наушники. Это самое главное. Потому что тогда будет неинтересно. Кстати, по-моему, у многих значки-то прорисовывались. Почему у меня нет? Вы преодолели тяжелый челлендж. Ну, я счастлив, по сути. Да, так и есть. А что дальше? Итог игры. Ну, итог игры мне недоступен. Отличный ролик, опять же, на всего лишь минут 5, может даже меньше. Замечательно. Контент подрос, качество видео не подросло, и монтаж до сих пор на нуле. Мой ролик даже никто, по-моему, не прокомментировал. Отлично, новый уровень, сценарий, актерская игра. Я что там делал, что у меня актерская игра повысилась? Ладно, хорошо, неважно, спать. Так, до сих пор у меня есть $100. Отлично, поспали. Так, тут еще есть, насколько я помню, нужно, поэтому давайте-ка пойдем поедим. Я из этой комнаты не выйду, потому что не хочу я идти в школу. Это неинтересно. Как 2 лайка? О боже, ты не должен включать камеру, чтобы снимать такое. За что? Хороший же ролик. Кто монтировал это видео? Вау. Я ожидал твое первое видео. Кто ожидал? Всего 3 подписчика. Ну ладно. Я даже не помню, когда у меня было 3 подписчика, что там было такое. По-моему, особо даже никто комментариев не писал, не говоря уже о лайках, дизлайках, их просто не было. Так, можно телевизор посмотреть? А нет, это тоже новое игровое видео. Так, что тогда нам делать? Что нам делать? Блин, не знаю даже. Мам, скажи мне на работу идти, блин. Ладно, хорошо. Так, улучшить. Давайте новую игру купим. А то по одной игре записывать ролики, вы же сами знаете. Хотя я на это спец, и я по Shadow Fight приблизительно одной только игре записываю ролики. Но сейчас у меня какое-то разнообразие появилось. Поэтому не надо мне тут так. Ты почти ничего не выучил на этой неделе. Надеюсь, на следующей неделе будет лучше. Вы знали, что можете зарабатывать? Спасибо, мам, за подсказку, что я могу зарабатывать. Погнали мыть машины. Хипстер какой-то зашел. Интересно, что ему от меня надо. Ну ладно, я набрал 1290 просмотров на ролике, заработал целых 2, почти 3 доллара. Вот это да. Вот это я тащу. Так, что тебе надо, чувак? Привет, Стивен, я хочу сделать видео того, как я играю, но я не знаю, как его... Че ты ржешь? Отлично, я угораю. Представляю, ко мне приходит какой-то чувак с просьбой, типа, я не умею записывать ролик, я просто угарнул и все. Окей. Доступен новый заказ, но каким боком? Он попросил меня научить его записывать ролик, но при этом я должен записать ролик сам. В чем логика? О, спасибо за игру. О, халявная игра, отлично. Что это за игрушка? Майнкрафт, что ли? Ладно, давайте глянем сейчас. Да нет, это, по-моему, все та же самая игра, только разные части. Смотрите, они выходят практически полгода. Даже Ubisoft так свои игры не выпускает, как эта компания. Геймплей. Да, мне по этой, но она катится вниз. Зачем по ней вообще? Граф, приключения, 4 звезды. Ну ладно, я сейчас запишу ролик. Видимо, после этого, конечно же, вырастет все. Вырастет интерес к этой игре. Многие начнут покупать эту игру, и это будет хитом сезона. Что ж, без фильтра, давайте продолжим геймплей.
Ну, говно игра, назовем пока что. Ну, либо я не знаю, честно говоря, как назвать эту игрушку, потому что реально она падает. Она очень сильно падает. Нужно как-то, чтобы она выросла. Так, вы прошли главу. Профессиональный комментарий. Блин, я бы добавил профессиональный комментарий, если бы я прошел главу. Ну ладно, хорошо. Чувак, лучше ты бы у меня не учился записывать видео, потому что ты посмотришь сейчас на мой дикий монтаж. Да, он равен нулю. Отлично, обращайтесь, ребят. Сценарий, актерская игра, хорошо. Повышено, публичная. Поздравляем, вы достигли второго уровня. Когда вы получаете новый уровень, вы можете открыть новые лампочки, навыки, видеоклипы и много чего в магазине. Спасибо за хороший перевод. Не знаю, честно говоря, кто переводил, но довольно неплохо. Воспользуйтесь кнопкой опыта, чтобы увидеть полный ассортимент доступных вещей. Но в целом, грех жаловаться. Раньше игра вообще на английском была, поэтому мне даже нравится перевод. Так, ты чё в воздухе-то там завис? Так, я получил новую карту, хорошо. Посмотрите, какой я в зеркале пиксельный. Ну ладно. Большое спасибо за загрузку этого видео, Стивен. Я расскажу вас, друзьям, как вы хорошо это делаете. Между прочим, вы знали, что есть важный игровой съезд через пару недель. Вы сможете встретить известного ютубера, получить одобрение на билет. Да хватит ржать, я не слышу даже сам, что читаю. Соберите деньги и пойдем вместе. Также я слышал, что там можно найти специальное издание консолей. Так. Продвинуть ролик. Я никогда такой фигню... Растяните слово? Что сделать? За хэштеги надо платить? Это что за ютуб-то такой? Так, что там за мероприятие? У меня есть $115, я хочу посетить его. Если в реальной жизни я ничего не посещаю, хоть здесь посетить смогу. Отлично. Я пойду, игровой мир. Отлично, все. Все, что надо. Ты куда пошел? А, да, точно, я же себе поесть отправил. Тогда ладно, хавай. Я не знаю, чего я в солнечных очках все время ролики записываю, но, видимо, это сейчас модно. Так, что-то искрится. Это мне не нравится. Это как мой ноутбук, помнится. Он тоже какие-то звуки непонятные издавал. Пришлось потом CCD-шник вытаскивать. Смешной комментарий, серьезный комментарий, саркастический комментарий. Ну, я даже не знаю. Давайте саркастический возьмем. Эх, ладно. Вы преодолели тяжелый челлендж. Ну, хоть где-то плюс дальше. Так, ставим так, ставим так. Так нет, все отлично, вы посмотрите. Это просто будет божественный ролик. Надо все-таки цвет-то... Да нет, иди обратно. Вот это я хочу поставить. Все. Блин, опять мама пришла. Ну и что, ты заберешь сейчас компьютер, и что с того? В любом-то случае он у меня сломан. Новый уровень, новый уровень. Да, ребят, я знаю, что мать может отнять компьютер, если я не буду ходить в школу. Я это знаю. Но меня это не остановит. Что еще не так? Что она мне сказала? Все хорошо? Ну ладно, окей. Так, блин. Тут еще с камерой, поди разберись, как она работает. Информация. Чинить. А я спать пошел. Нет, спать нельзя. Пока работник. О, привет. Что он там делает? Так, щитой отверткой тыкнул в системник. Пощелкал на клавиатуре. Все? 3000 подписчиков. Я должен записать подкаст, но, к сожалению, я каким-то боком не умею записывать подкасты. Хотя у меня вебка фиговая, видимо, из-за этого. Так, подождите, а почему так? О боже, ты не должен включать камеру, чтобы снимать такое. I first им... чувак, я понимаю, что меня также американцы смотрят, но... Слушай, very bad, очень плохо. Хорошо. Не могу поверить, что самопровозглашенный ютубер так плохо... Плох в монтаже. Как плох? Там 84 монтаж был. Чуваки, вы что? Возьми пару уроков для того же и зрителя блага. Окей. Лучшая игра, в которую я когда-либо играл. Как? 84 монтаж? Почему от меня отписываться-то начали? Ё-моё. Ну, это как на моем старом канале. 100% все так же происходит. Приветствую, это вы, Стивен. Я слышал, вы записываете отличные видео. Не могли бы вы записать видео игры и переслать его? Я отправлю вам игру. Да, окей, без проблем. Отлично, я отправлю ее тебе, как только буду дома. Хорошо. Вы хотите початиться? Нет, спасибо. Да, 5 дизлайки одни. Да что вы издеваетесь? Ах, ладно. У тебя...
Такой сонный вид, ты точно отдыхаешь? Ну только что поспал, женщина. Либо нет, это мужик писал, ну ладно. Лучшая игра, в которую я когда-либо играл, сейчас она в тренде. Она-то в тренде, но почему-то все сказали, что я фигню какую-то записал. Так, давайте выберем еще раз Counter-Strike, теперь запишем геймплей, теперь я не сонный, поэтому все должно быть хорошо. Да, геймплей игры, так и назовем, почему бы и нет, дальше. Вот мне пришла игрушка, чувак ее прислал, но чуть позже к ним мы вернемся. А сейчас пока что большой привет. Так, внутриигровое видео. Блин, а я не помню, что добавлять. Смешной комментарий, пока что не было. Давайте вот, смешной комментарий. Да, отлично, в точку. Постпродакшена не было, поэтому, наверное, нам надо что-то сейчас с постпродакшеном добавить. Ну да, как вы видите, все-таки я иногда отгадываю итог игры и итог игры. Серьезный комментарий, все-таки итог игры надо посерьезнее поговорить, по-серьезному. Так, отлично, как вы видите, длинный ролик у нас получился. Рассуждали на все темы, ну и вроде как получилось. Так, подождите-ка, если вот так вот сделать. Нет, так не получится. Все же вот так вот и потом вот так, да. Так гораздо лучше. Ну и ролик длиннее стал. Так, процесс. Смотрим. Интерес падает немного, но качество видео 50. Вот, наконец-таки, качество видео начало повышаться. Фу. Я думал, этого никогда не случится, но это, наконец-таки, случилось. Публичное. Так, дальше открываем эту коробку. Здесь у нас аэрокар. Экзамен? Я пошел на какой-то экзамен. А что у меня там? Оценка за финальный тест. Провалил? Мам, все нормально. Ну, блин. Все миллиардеры, они даже не оканчивали университета. Женщина, ты куда монитор забираешь? Ты что делаешь? Ну ладно, зато ролик залился, и то хорошо. Доступен новый заказ. Блин, мне чуваку там ролик надо записать. Блин, аэрокар, где? Вот, первое впечатление начать. Блин, без монитора записывать? Ну ладно, это даже как-то поэкстремальнее будет, что ли. Станция, все стоит, продолжить. Первое впечатление, убираем единичку. Потому что не может быть два первых впечатления. Оно может быть только одно. Ты че стал? Мам, верни монитор. Спасибо. Не знаю, откуда ты его достала, но в целом спасибо за то, что ты его вернула. Так. Садимся записывать. У меня вроде как... это футбол вообще? Аэрокар это футбол? Там же что-то про машины было написано. Ну, лады, окей. Интерактивный загрузочный экран. Серьезный комментарий. Так. Половина вашей команды получила повреждение. Профессиональный коммент. Нет, не в тему, окей. А внутриигровое видео. Смешной комментарий. Отлично, дальше. Пока что чисто на догадках тащу, потому что я не знаю, как на самом деле должно все происходить. Ставим, добавляем обложку, да, и цветоустановка, процесс. Ну и что у нас тут? Контент увеличился, качество видео, как всегда, говняное, но монтаж суперский. Видимо, у меня все время так будет. Запись видео 14, постпродакшн даже неплохой, ну публичная, давайте посмотрим. Привет, вам нравится ваша текущая компания телефонной связи? Я уверен, что нет, нет, мне все нравится. Хорошая попытка, телефонной компании всегда стараются продать новые вещи, но скорость интернета остается такой же. Блин, они реально эту тему говорят, на самом деле так. Вот, 8 февраля вышла игра GTA Vice City, насколько я полагаю. Отлично, берем ее, выбрать игру. GTA Vice City, кто-то звонит. Нет, все, идите вон отсюда, телефонная компания. Где моя GTA-шка? А, она еще не приехала. Все время забывает, что мне должны ее доставить еще в коробочке, перед тем я как что-нибудь о ней запишу. Что, ждем этого момента. Как вы видите, первое впечатление я не вовремя записываю, оттого и просмотров меньше. Ну ладно, сейчас будет все отлично. Нет, 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 только не шопингом. Уйди шопинг. Выбрать игру, так. Вот она в тренде сейчас, первое впечатление, записываем. Все, сейчас я должен выстрелить, в любом случае, потому что, ну, первое впечатление, вовремя, 8 февраля, все дела. Так, дальше.
Вы приобрели новую игру. Большой привет. Отлично. Так, дальше. Интерактивный загрузочный экран. Смешной, не смешной комментарий, саркастические комментарии. Ну, не смешной, допустим. Отлично, угадал. Так, вы получили всю добычу. Счастливое выражение чувств. Но все-таки добычу все получила, естественно. И следующая загрузка экрана с советами. А, коммент не в тему. Ну, не совсем отгадал, но да ладно. Так, ставим так и ставим так. Нет, меняем. И как-то так вот у нас получается. Добавляем обложку, добавляем мягкий фокус. Я давно его не добавлял, но давайте попробуем. Интерес вырос, качество видео выросло и монтаж не вырос, к сожалению. Ну ладно. Хорошо, новый уровень, сценарий, актерская игра и запись видео. Новый уровень звука, отлично. И постпродакшн, публичное видео. Так, публикуем видео, точнее не публичное видео. О, игра мира. Так, шапка, нет, шапка нам не нужна. Все должны знать меня как героя. Блин, я думал это медали какие-то, а это цепочки оказывается. Так, официальный, повседневный, спортивный, белый, зеленый, красный. Отлично, идти на мероприятие. Что ж, ребят, я ухожу на мероприятие, ну а на мероприятие мы уже побываем в следующий раз, я думаю, поэтому на этом все. Всем спасибо за просмотр, если понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, всем пока.